Здравствуйте, меня зовут Елена Гарт, и добро пожаловать на мой канал Наголина Джуэлри. Сегодня я хочу показать вам, что мне пришло с AliExpress. Это очень такая интересная подборка, потому что это все ракушки, ну, в форме ракушек. Так как на носу лето, я хочу делать какие-нибудь такие украшения с морской тематикой. В общем, давайте посмотрим, что же за ракушки мне пришли. Вот. Так, первое. Давайте начнем вот с малышек вот этих. Малышки это вот такие, это такие бусинки в форме ракушечек. Видите, они двухсторонние, такие ракушечки. И у них вот такая дырочка сквозная, сквозная дырочка. Они совсем небольшие, вот как видите. Цвета такого состаренного серебра. По-моему, их в лоте 20 штук. Все ссылки будут под видео. Вот очень они хорошенькие. Мне кажется, их можно и в браслет, и в усы, и как проставочные, что ли, между бусинами, да? Пока точно не знаю, как я их буду использовать, но обязательно буду. Очень они хорошенькие, вот прям очень. И знаете, здорово, что они двухсторонние. Видите, какие они? Очень милые. Так, следующее. Давайте тоже серебряное. Следующее серебро. Это, видите, такой, по-моему, тут было 45 штук. Это такие всякие подвесочки. Тоже всякие ракушки. В общем, всякая морская. Такая жирность. Сейчас посмотрим, что тут. Смотрите, тут есть такая ракушка. Морской конек. Такая ракушка закрученная, такая ракушка, морская звезда, немножко другая звезда, дельфинчик. Так, вот, немножко другой конек, смотрите, вот, два конька получается. Еще одна ракушечка. Так, что тут еще? Сейчас поищу. Вроде все. Так, вот такие вот вариации. То есть получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 вариаций. Да? Знаете, как здорово. Ну да, получается по 5 каждого. И смотрите, вот это, вот это, вот это. Ну то есть получается ракушки, звезды, вот это не односторонние, а коньки, они с двух сторон. Вот какие. Но тоже хорошенькие. Их, ну видите, они вот по размеру какие. Ну, очень они такие средненькие, небольшие, не маленькие получается. Коньки вот маленькие, поменьше. Я думаю, их можно как шармики на браслет даже, на серьги, подвески, на какой-то колье. Ну, в общем, да. Симпатичные, тоже такого состаренного серебра эффект. Такие ракушки мне пришли, тут их 10 штук. Они вот такие вот, видите, позолоченные. Это ракушки, не настоящие ракушки, а пластик. Почему я взяла пластик? Не знаю почему. По виду они мне понравились. Они очень симпатичные. Видите, они частично такие позолоченные. Хорошенькие, правда, очень красивые и очень легонькие, что здорово. Тоже я их брала для сережек. Наверное, поэтому взяла пластик. Думаю, пусть будут легонькие. Хотя такие ракушки. В общем, не знаю, почему я взяла пластик, но понравилось. Так. Дальше. Так, вот теперь смотрите, это мне пришли вот такие швензы. Посмотрите. В общем, ну, форма-то красивенная. Посмотрите, какой это. Прям вот сережки-русалки, да? Ну, смотрите, какие не огромные. Я что-то не знаю, как я не посмотрела на размер, но они, посмотрите, они в длину 4 сантиметра. А вот так в ширину, по самой широкой части, 2. Посмотрите, какие нездоровые. В общем, я пока есть у меня идея, что с ними делать. Но я пока не знаю. Я их так примерила, вот просто как на ухо. Смотрится симпатично, да? Но, конечно, очень так броско. Но сделаны они неплохо, такие аккуратные. Русалочьи серьги. Прям серьги-серьги. Ну, симпатичные, правда, матовое золото. И вот интересные они, смотрите.
смотрят, очень интересные швензы. Следующие. Следующие пришли мне вот эти вот ракушки. Ракушки-подвески, видите, они немножко разные. Это натуральные уже ракушки. Такое ощущение, что у некоторых был обломан там хвостик или что-то еще. Вот здесь как будто бы обломан был вот этот штырек. Видите? Вот здесь у этих двух, как будто даже у трех, как будто бы хвостики были немножко обломаны. Но в пакетике крошки не было. То есть это, видимо, было обломано, а потом покрашено. То есть, видите, внутри видно, что это вот ракушка, да? Так она вот покрашена под позолоту. Есть у них петелька. Брала их использовать в качестве подвесок. Или вот, может быть, даже вышивку куда-то. В общем, посмотрю, куда. Что-то я тоже, вот знаете, когда смотришь на размеры, и вот все равно мне почему-то иногда плохо представляется, какого размера это будет. Так вот уже высадить, они крупненькие такие прям. Не маленькие ни разу. Ну, хорошенькие. Так вот красивые, да? Так. Ну и две последних позиции. В общем, заказала я вот такие керамические ракушечки. Еще смотрите, начнем вот с этой. Смотрите, какая ракушка. Она керамическая. Вот такая вот она зеленая, фиолетовая, какая-то бежевая, коричневая, да? Видите, какая она здоровая. У нее есть вот такое сквозное отверстие. Она прям большая, ребята. Она прям 4 сантиметра на 3 сантиметра. Прям вот не маленькая ракушечка. Такая увесистая. Ой, я вот, вы знаете, когда ее показывали, как-то вот даже смотрела я отзывы. Ну, в общем, опять, я, по-моему, с размером слегка промахнулась. То есть я думала, что она будет поменьше. Она прям большая. Ну, красиво. Куда-то я ее использую, конечно, потому что мне она нравится. Ну и прикольно, что она двухсторонняя. Мне нравится это. Такая вот две стороны. Красиво. Красиво. Так. И у того же продавца взяла я вот такие вот тоже керамические ракушки. Смотрите. У них отверстие идет вот так. Вот так. Идет отверстие. Там я брала микс. Там было 5 расцветок, но мне 5 расцветок, не помню. Ну, в общем, неважно. Мне пришла вот 2 зеленых, 2 бежевых, одна вот такая. Ну, там еще какая-то была расцветка. Ну, вот микс это всегда какой-то лотерея. Ну, мне они очень нравятся. Честно говоря, вот бежевые, наверное, даже больше всех. Они смотрятся прям так очень как-то натурально, красиво. Они тоже тяжеленькие, и они не маленькие. Они 3,5 на 3. В общем, тоже такие. А, смотрите, вот это с браком. А, брак. Видите? Отколотый кончик. Кошмар. Так. Эти нет, эти нормальные. Ну что, придется писать. Причем в пакетике не было никакой крошки. То есть мне ее такую вот и дали, собственно. Уже покоцанную. Ну ладно. Ну вот. Красивые. Ну тоже я думала, они будут поменьше раза в 2. Я думала их в браслеты поставить. Ну ладно, куда такой браслет? Ну он у меня на руке, смотрите. Ну куда? Куда так? Мне кажется, крупновато. Ну, погляжу, что поставлю. Но в целом красивые, видите, они такие очень так детальненько прорисованы. Хорошенькие ракушки. В общем, имейте в виду, кому нужны крупные керамические ракушки, такие есть. Все ссылки будут под видео. Большое спасибо за внимание. Кому интересно, заходите на мой инстаграм, на Галина Джулери. Ссылки, опять же, все внизу. А мы с вами увидимся в следующем видео. До свидания.